распродажа на Алиэкспресс, Он нам сегодня какую посылку, почтальон Печкин принес экспресс с курьерской доставкой прямо на дом. О, какая большая коробка. Сейчас покажем, что там. Там такая полочка на колесика. А с вами ваша любименька Мария Ивановна из села Кукуева Мухосранского уезда Задрищинского района. Приветики! Сейчас соберем вот эту палку и покажем вам. Это оно такое большое, что даже не влезает в кадр. Да, вот такая вот классная вот палка. Не хухер-мухер вам, вон она как. Кому интересно, вон она как все тут запаковано, распаковано. Ага, вон тут колесики, инструкция по сборке на английском языке. Огось. А? Сейчас будем собирать. Ну, собираться должна легко. Вот так полочка выглядит в собранном виде. Собирается она очень легко. Просто вот к этим деталькам боковым вставляются колесики. И потом ставите вот эти полочки, и все. Ничего прикручивать, привинчивать не нужно. И 4 колеса, 2 из них имеют вот такой вот стоппер. То есть очень удобно, чтобы вот эта полочка никуда не уехала. Причем, если кому-то не нужны колесики, можно их и не использовать. Классная полка, мне очень нравится. И плюс вот эти вот белые крючочки, это просто если что-нибудь повесить. Очень удобно. Я взяла для того, чтобы поставить ее в туалете. Там всякие чистящие, моющие средства. Сейчас проверим, влезет или нет. Стало отлично, как будто бы здесь и было. Теперь вот легко вот так вот выкатить и обратно закатить. Угол был просто пустой. Там все время что-нибудь ставилось, черти что. А теперь все будет разложено по полочкам. И некоторые полочки в туалете можно будет разгрузить. Очень удобно. Мне нравится. В общем, полка понравилась всем. И дочи, и мужу, и даже Маруси. В общем, 4 крючка еще прилагается, как вы поняли. И прямо сейчас, пока распродажа на Алиэкспресс, можно купить енту полку с купоном аж на 250 рублей. О как! Специально написала, чтобы не забыть, чтоб вы... Ага. Денег сэкономили. Это ж 10 лет Алиэкспресс. Это вам не хухер-мухер. Вот ведь. Тик-так, ходики, пролетают годики. Жизнь не сахар и не мед. Кто купонов не берет? Поехали дальше. Дальше у нас вон цельная куча мала посылочек. Сейчас пораспотрошим, проспакуем. Но вначале вам покажу, что в прошлый раз вот я эту штукенцию показывала. Оказывается, оно коврики-то чистит зачетно. Вон те коврики, что на Валберисе, помните, мне 10 штук привалило-то за одну цену. В ней к этим коврикам прилипает все, что можно. А Маруськина шерсть прям так и липнет, так и липнет. Оно так чистит хорошо, как пылесосом. В общем, вещь зачетная, зачетная вещь вот эта вот. Кстати, вот в том же магазине, где полка, такие тоже есть. Так, ладно, поехали дальше. А дальше вам что покажу. Ой, что покажу. Нам же что приехало. Ой, очки одевайте, светозащитные. А то ослепните. Я когда на почту пришла, аж дар речи потеряла. О, какой гламурный пакетик приехал. Такой блестящий просто вообще. Чуть не ослепла. А на солнце прям всеми цветами радуги переливаться. О, это вообще, это что-то. Вот прям интересно, что ж в ентом гламурном пакете-то такое приехало? Ой, что ж там такое? Сейчас посмотрим. Сейчас распотрошакаем. Ну, многие девочки, кто у меня в группе ВКонтакте, у меня группа ВКонтакте есть, ага, кто не знал, те уже знают, и небось такие же гламурные пакеты пришли. Ой, вон она там чё? А, колечки. Колечки. Вот такие вот замечательные колечки. Керамика. О, керамика. О, видали? Ой, красота. Керамические колечки. За халявную цену мы что-то за 15 рублев их брали. Угу. Сейчас почему-то, в общем, у продавца лимитка. Они сейчас тоже есть. Есть, но, правда, размеры не все есть. О, такие, видали? О. Хотела ребятенышу заказать маленькую, такая керамическую черную. Не дать они, а. Видали? Керамику. Ой, вообще. Ну красота же, а? Сейчас-то керамика. Бешеных денег стоит. Сейчас модно, супер модно. В общем, а мне они просто нравятся.
Я б этих керамических колец накупила бы в угон и маленькую тележку, лишь бы были по халявной цене. А еще в ентом магазине шас браслет и кулон есть с цепочкой тоже за копейки. За копейки, девочки, мальчики, заходите ко мне в группу ВКонтакте, и будет вам счастье. Дальше поехали. Начнем он хрумстящие пакеты потрошакать. Это там что-то прям поналожено. Ножницы-то, ножницы все купили. Ага, нет ли? Ссылочка-то есть внизу в описании под видео в инфобоксе. А кто там еще накупил этих ножниц? Ага, и думаешь, что станет Марь Ивановной? Ага, кто тоже распаковки снимает? Не думайте. Вы хоть 10 ножниц купите, Марь Ивановной не станете. Это для пользы, для дому. Для дому, ой, вещь хорошая. Вау! Мне синенький нравится. Голубенький. Голубенький. Почти радугу купила. Вон. Ой, синий, красный, голубой. Вон, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ну, нету, не хватает несколько. Вот, два зелененьких взяла. Это который прозрачный, бисерый. Бисерый, все, ребятенышу. Ой, все. Работай, доча, работай. Ну, с собой. Рукодель. Рукодель. Так, дальше что? Ага. Что-то. Что-то непонятное. Сейчас посмотрим. Что там такое? О! Ой, гламурный шнур. Шнур. Ну-ка, вынь-ка из компьютера. Вот вон тот шнур-то мой, гламурный тоже. Ой, гламур. А больше, больше гламура. И макияжу, и маникюру. Ой, какой гламурный. Вот такой вот пружина. О, вот, вот, там кино снимаю. Вот, вот мой шнур. Шнур от камеры. О, видали? О, как я обмотала. О, о, красота какая. Гламурная. Вот, вот это прошлый раз показывал, который такой, ой, ой, он прям Аврора Бореалис, прям. Ой, а вот это вот такой, вот салатовенький. Ой, такой блестящий тоже. Такой гибучий. Гибучий, тянучий такой. 1,5 метра. 1,5 метра. Он, видите, сделайте себе такие шнурья. Ни у кого таких не будет. Быть вот. У меня он какой шнур, а не как у всех. Особенно у кого кошки-собаки там что, грызякают. Он, защита хорошая. Так что это он прям зачет. Зачет. Он прям, блин, люблю эти пружинки, прям не могу. У меня, знаете, сколько этих пружинок. Я еще до этого, когда Алиэкспресс только открылся уже, накупляла этих всяких пружиньев, всяких разных, уже 150 тысяч раз в обзорах своих показывала. Дальше поехали. А дальше, пока не зубыла Марь Ивановна, пока из бушки не вылетела. Ой, сейчас такая жара, такая жара. Ой, еле дышу, по ночам снимаю видосы, потому что днем, як укрыпка, рот открывать, а звука нету, потому что жизни никакой нету. Вон что приехало. Цельная упаковка. Вот таких рукавов пакетов для вакуумного упаковщика. Залетели, долетели быстро. 5 штук в упаковке в группу кидала. Потом на все эти пакеты, распакеты сниму отдельный обзор. Потому что еще на Валбересе покупала такие же, только другие же. Все расскажу, все покажу. Ага, просто сразу показываю, чтобы вы знали, что скоро 100 чего покажу вам. Дальше. И вот этот вот серенький. Серенький зайко, беленький. Ой, вчера слушали, мы с ребенком включили ей. Группу называется «Ивана Купала». Ага, кто по... Ох ты, что тут в этом пакете? Ва, кому? Носочки. Кому? Кому? Ну, конечно же, не мне. Вау. Ва, какие. 23 рубля стоили, халява. Вот кто в группу заходит, тоже лимитка была. Одну штуку можно было купить. ХБшечка такие хорошечные. Ой, бабочки, там есть черные всякие, белые такие. Вот, вот я беленький, тебе нравится? Да. Офигенские, да? Да. 23 рубля от халява-то, ох, халява. Вот такая халява. Так, дальше посмотрим, что тут дальше. Что, старенький, пос... Чу, я знаю, что это такое. Познаю, что это, что-то только такое, блядь. Блестящая. Ой, что-то блестящее там тоже. Ой, вон она. Вон, проволоков еще заказала, которые по 35, по 36 рублев. Значит, сейчас, сейчас распотрошаку быстренько. Давай-ка тоже, ну-ка, займись, распотрошаковой, чтобы показать цвета-то какие. Так, быстро, быстро. Цигель, цигель. Дай, люлю. Ой, ты что ж, ты, посмотри, запуталась я. Не открывай. А, нашла. Вот так, тарам-пам-пам. А, тарам-пам-пам. Вот так. Ой, ты. О, все, так, все. Пакеты мусор. Мусор, так, о. Ой, даже черный, смотри, какие блестящие. Ой. То мне в прошлый раз понравилось вот эта фуксия.
Вот цвет фуксии — это красненький, черненький, синенький, зелененький и такой вот золото-медный такой красивый цвет. 35-36, там они по разным цветам. В общем, халява. А оно еще это, вместе веселее быстро приходит. Когда вот сразу несколько штук заказываете, прям быстро-быстро прилетает. Вот какая красота. Блестящие. Еще один хрумстящий пакетик. Ой, сейчас похрумстякаем. Ой, хрум. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Хрум-хрум. Так что, ой, тут еще одна халява. Брали что-то за копейки, опять же, не помню, что ли, 35 рублей, по-моему, очки. Я взяла плюс 150 взяла. Сейчас они тоже копейки, 70 рублей, кстати. Ну, такие, знаете, для чтения, и вот чтобы вот вам обзоры снимать, чтобы мне все было увидать. Вот прям хорошечно. Ага, а то Марья Ивановна слепнет уже с годами, слепнет. Дальше что-то какая-то маленькая фитюлька. Не фитюлька какая-то. Фитюлечка. Вот, хрись пакет. Ой, ты какая-то милота. Это мне Андрюшка наш. Наш Андрюшка прислал ссылку. Ой, ты-то не видала? Нет. Не видала, что это такое? Такая брошечка, ковровшечка. Вот с такой застежкой вот. Так, это вот тебе на курточку. Ты-динь-ты-динь. Вот такая там, как мурусяка такая сидит. Кузяка такая, вон, видали? Улыбается. Но целой кучей собак. Самый главный крокодил в доме. Ой, кайф, не знаю, что-то копейки какие-то, что-то 40, то ли 50, то ли 60. В общем, что-то совсем, что-то в районе доллара цена. Так, дальше вот думаю, знаю, что такое пришло. Сейчас некоторые с ума сойдут, скажут, куда я эти булавки? Тут отслеживала, вот. Ой, тут что-то такое, тут позапечатано-то так. Да, ой, выходь ты, господи, не хочет. Посмотри, какой пакет какой-то. Вот. Еще булавочки. Мы ж нашли, где по 140 с копейками. Ага. А и тот же продавец скинул цену, я не помню. Вот. Вот они, видите, булавки. Вот. Уже показывала. Уже рассказывала, для чего, почему. Вот такие двойные булавки. Кто рукодельями всякими занимается, тот поймет для чего. Так вот они, вот эти булавки на Озоне были по 1000 рублей 35. Тут 20 штук, 100 с копейками рублей. Ага. Так, ну, кому собирать? Золушки. Золушки собирать обратно. Вот, держите, пожалуйста. Собирайте обратно. А мы пока что распотрошакаем еще посылочки. Еще посылочки. Похрумстякаем. Так, что тут у нас? О, спонжи пришли. О. Купеечные какие-то, что-то совсем задать. 10 штук в упаковке. Ну, что вы тут рассказывать, показывать? Спонжи они, в Африке спонжи. Кому для косметики, кому даже для рукоделия. В качестве кисточек можно использовать. Вот такие 10 штук. Ой, холёсенькие такие, прям холёсенькие. Вот такие вот, 10 штук. Ага. Это тоже расходники. Так что всегда в хозяйстве пригождается. И следующая, последняя посылка-то на сегодня. Ты посмотри, что ош, последняя. Последняя посылка на сегодня. Что там? А что там? Ой, сейчас посмотрим. Ой, там мои любимые маривановские ромахи еще ж заказала, пока есть. Это мои любимые наклейки. Вот пока вот некогда было наклеивать на ногти. Вот эти ромашки с божьими коробками. Ага, коробками. С божьими коробками. Вот такие. Это водные ногти. Их в воду надо окунать и на ногти прилеплять. Вот кто простым лаком пользуется, как Мария Ивановна, без всяких гелев, вот эти наклейки лучше всего, потому что они обычным ацетоном потом смываются на раз-два. Прям вот у меня видео есть на канале. Вчера к себе на страницу закинула и в Одноклассники, и ВКонтакте. Напомнить вам, что как они смываются, стираются. Вот. Собственно, на сегодня все, распаковочки, конец. Кто смотрел, тот молодец. Как обычно, все ссылки есть внизу в описании под видео в инфобоксе. Ну и по традиции всем желаю мира и добра. И пока-пока.